15 октября в Подпорожье в сквере у городского военкомата прошел митинг памяти наших земляков, погибших в Афганистане и Чечне. В этот день исполнилось ровно 12 лет после открытия сквера и ровно 2 года после того, как памятное место реконструировали. В 2011 году здесь установили памятник-мемориал в виде горного ущелья с колоколом межсимволическими скалами, а также была облагорожена сама площадка и налажено освещение. Почтить память наших земляков, погибших в интернациональных войнах, пришли школьники, студенты, жители Подпорожья. На митинге выступали местные власти, участники организации «Боевое братство» и матери тех, кто погиб в Афганистане и Чечне. Вы помните о погибших и помогаете их родственникам. Вы пережили самое страшное, что только может быть на земле – войну. Вы являетесь примером для молодежи стойкости и мужества. Только то, что вы участвовали в этой войне, считается подвигом. И медали, и ордена на вашей груди являются тому подтверждением. Вы сегодня работаете с молодежью, занимаетесь патриотическим воспитанием в нашем Подпорожском районе. И это очень важная работа, которая нам сегодня нужна. Россия – великая страна с великим прошлым, и Россия с великим будущим. И эту Россию надо защищать. Мы скорбим вместе с вами. Мы восторгаемся и преклоняемся перед вашим мужеством, с которым вы проносите ту боль в вашем любящем, необъятном сердце. Как вы это смогли и как вы это делаете, это только вам известно. Спасибо вам огромное за это. И мы надеемся, что этот скорбный список на этом памятнике не будет больше пополняться именами наших земляков. И мы очень хотим, чтобы то молодое поколение, которое здесь присутствует, в будущем для себя твердо уяснило, что ни одна человеческая жизнь не может стоить самой высокой цели, которую придумывают себе люди. Спасибо вам всем за то, что вы приходите сюда. Спасибо за то, что вы помните, что произошло, что происходит и чего больше не должно быть. Уже по традиции митинг завершили минутой молчания и возложением цветов к мемориалу. Yeah.